к ресторану. Популярная гостиница. А ведь раньше на патриотах по ресторанам не ездили. Да и белых уазов я не припомню. Из грязи в князи? Неужели уазовцы смогли переломить стереотипы? Ну, не будем скрывать, что владельца этого патриота мы знаем. Да и вы, если припомните этот наш тест, то узнаете Артура. Именно он в тот раз решил посоревноваться на Мерсе Эмэлке с УАЗом, проходимости в снегу, а потом держался за голову. Нежная пневмоподвеска Мерседеса лопнула. Потом у Артура была Тойота Прада. И вот сейчас патриот. Как это понимать, спрашиваю? Не слышу. А это наш достойный ответ западным санкциям. Мы готовы поддержать отечественного производителя, если он предложит хороший продукт. Патриотично, сказал я, глядя на эту надпись. А пока ты с дамой отдыхаешь, не против, если мы покатаемся и посмотрим, что нового в этой машине? Конечно, Артур не отказал. В грязь только не надо, он у меня городской. Угу, сказал я, прыгнул в машину и подумал. Нет, явно что-то случилось. Городской УАЗ – это что-то новенькое. Ну и чтобы лучше понять Артура, первым делом мы поставили Патриот рядом с Прада. Ну, как вам? А ведь визуально тут еще подумаешь, кто круче. УАЗ вон и выше, больше, по дизайну сравним. Слышим фанатов японцев. Да это же Тойота, качество! А мы в ответ возразим, что цена Патриота в 3 раза ниже. А это уже аргумент. А если познакомиться с машиной поближе, то, думаем, найдем еще немало интересного. Ну-с, начнем. И для начала мы заехали в автосалон. Внешние изменения сразу бросаются в глаза. Новая морда, на которой гордо сияют новые фары с светодиодными ходовыми огнями. Задние фонари тоже новые. Если сравнивать с предыдущей машиной, то дизайн стал однозначно современнее. И главное, ну, наконец-то на УАЗе внедряют культуру производства. Нет, пока есть к чему придираться, но вы посмотрите. Какие зазоры на предыдущей машине, палец влезает. И какие теперь? Все благодаря иному креплению бампера, а подножки. И дело не в том, что на предыдущей машине они были узкие, а на новой удобные и широкие, а в том, что резину, не стесняясь, крепили саморезами. Здесь новый, современный уровень. Вообще слово «современный» можно говорить часто, общаясь с этой машиной. Стекла. Их теперь вклеивают. И заднее, и лобовое, и боковые. Запасное колесо. Упаковано так, что залюбуешься. Нет, вы смотрите, в бампере парктроник и видеокамера. Теперь я начинаю понимать, почему Артур сказал, что у него городской УАЗ. Сдавать задним ходом, даже не имея опыта, теперь просто. В салоне мягкий пластик на новом торпедо, притом даже в нижней части. Многим иномаркам такое и не снилось. Мультимедиа с навигацией и просто шик или шок. Обогрев лобового стекла и всех сидений. Вообще в салоне немало изменений. Стала удобнее трансформация задних диванов, хотя и пропала регулировка наклона спинки. В багажнике появилась удобная полочка. Ну да, это же универсал. И главное, что выполнены эти изменения на хорошем уровне. Но это все видимая часть айсберга. А ведь много перемен скрыто от глаз. Например, кузов. Мы помним досаду владельцев первых патриотов, когда буквально сразу лезла коррозия, а через пару-тройку лет Патрик цвел ржавчиной повсюду. Так вот, одним из главных изменений в новом патриоте лично мы считаем катафорезное грунтование. Его на заводе внедрили в этом году и рапортуют, что эта машина сопротивляется коррозии в 8 раз лучше. Так что эти кузовные швы не должны быстро рыжеть. Однако заедем на станцию и посмотрим на машину снизу. По обслуживанию Патриот, как и любой УАЗ, был далек от обывателя. Ему нужен владелец, который не прочь полазить под машиной. Как говорится, не подмажешь, не поедешь. И вот я вижу приятные изменения. Новые карданные валы. Ну, наконец-то, с необслуживаемыми крестовинами. По гарантии заводчан, 3 года или 100 тысяч километров пробега сюда не нужно лазить. Да и шлицы кардана закрыли чехлом. Повышаем культуру производства, молодцы. А вот и та самая раздатка Даймос. Чуть позже ее коснемся. Не требуют смазки, нынче и шаровые соединения в рулевых тягах. Все как у современных машин. Появились нормальные хомуты, это облегчает обслуживание. А еще, неожиданно, стабилизатор поперечной устойчивости. Он связал раму и задний мост. Патриот стал устойчивее на дороге? Ну, пора прокатиться. На асфальте УАЗ нам и раньше нравился. Но можно ли требовать много от рамного джипа? Например, когда какой-нибудь ленд-крузер идет по трассе 150, мне смешно. Понты, конечно, дороже безопасности, но случись отвернуть или быстро остановиться, этот чемодан не сможет сделать ни то, ни другое. Поэтому сотка, ну 120. Больше от рамных джипов на трассе я и не требую. Против физики не попрешь. И УАЗ хорошо укладывается в эти нормы. Но мне куда больше нравится он на городских улицах, как он по-прежнему безразличен к неровностям. Конечно, козлит в ответ, но все эти ямки, трещины в асфальте для него не существуют. В салон стуки не доходят. Великолепно. Вот только не пересели бы чиновники на патриоты, а то совсем перестанут дороги ремонтировать. Эх, но как же патриот не загнать в грязь? Нет, я, конечно, обещал хозяину, что верну машину такой же белой и чистой. Ведь еще одна гордость патриота – это корейская раздатка. Кстати, Глюкс ее самопереключениями и выключениями заводчане вылечили. На этой машине все прекрасно работает. И теперь съезжать с дороги одно удовольствие. Конечно, алгоритм включения понижайки шайбой можно сделать и попроще, но сравнение с современными кроссоверами можно проводить смело. Хотя, конечно, ярым УАЗ-заводам такое будет не по нраву, но отрицать нет смысла. УАЗ стал ближе к обычному водителю. Основой раздатка, где передаточное число 256, патриот просто наплевательски относится ко всяким препятствиям. Хотя грязи мы так и не нашли, мороз сковал все. Ну и ладно, зато перед хозяином слово сдержали. А ведь в этой дисциплине УАЗ может конкурировать с кем угодно. Впрочем, сегодня наша встреча с патриотом имела другую цель. Посмотреть, что нового, и проверить УАЗик как городского жителя. И ведь проверку он прошел. Докатился, так сказать. На тебе по ресторанам стали ездить. Заводчане и дальше обещают модернизировать машину. Предела совершенству нет, но уже сейчас патриот вышел на новый уровень. Не думал, что так скажу в концовке, но это современный рамный внедорожник.